Предприниматели Калмыкии могут получить целый комплекс услуг, которые помогут в успешном ведении бизнеса. 18 пакетов услуг доступны для представителей малого и среднего предпринимательства в региональных центрах инжиниринга и «Мой бизнес». По словам руководителя «Моего бизнеса» Айса Манджиева, на услугу могут претендовать предприниматели, ведущие деятельность на территории республики более года. При подаче заявки обязательно прохождение скоринга. Этот аналитический инструмент позволяет оценить бизнес, включая все его качественные и количественные показатели. Подробности можно узнать на сайте региона. Центра «Мой бизнес 08.рф». На базе центра «Мой бизнес» Республики Калмыкия нашим предпринимателям оказывается различный спектр услуг абсолютно. Как пример, по направлению центра поддержки предпринимательства наши предприниматели могут получить поддержку в виде написания бизнес-планов, консультаций юридических, бухгалтерских. Ну, перечень весьма большой. По направлению регионального центра инжиниринга можно получить поддержку в виде получения услуг по оплате сертификации, декларирования, настройки технологических процессов.